Салют, это тоже картошка, и это второй этаж. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Тоши Картошкина. Сегодня у нас долгожданное видео. В общем, расскажу вам информацию про второй этаж. Покажу его проект уже так, как он будет выглядеть вживую, скорее всего, потому что планы очень часто меняются, но все же, я думаю, это вот конечный уже план, который мы с вами обсуждали на стримах. Кто был на стримах, тот знает, кто не был, можете посмотреть стримы, они в записях остались. Поэтому сегодня мы это все обязательно обсудим. Чтобы не пропустить второй этаж, он скоро выходит. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте свой лайк, чтобы все увидели проект, чтобы уже понимали, как он будет выглядеть. И, конечно же, напишите свой комментарий, потому что у вас еще есть шанс, чтобы, если вам что-то не понравилось, я могу это изменить, что-то подправить, что-то убрать, добавить. Вот, поэтому, если у вас есть идеи, пишите также в комментариях. Ну а я, Тоша Картошкин, желаю вам приятного просмотра, а мы погнали! Ну что же, прямо сейчас вы уже видите на своих экранах вот такой вот проект второго этажа, то есть у нас вот, во-первых, проект всего дома изображен. Мы его делали вместе с вами на стриме, поэтому, я думаю, многие знают. Если хотите поподробнее все, потому что сегодня расскажу вкратце, то заходите на стримы, мы там все объясняли, как это все будет происходить и что это у нас каждая за деталь. Давайте начнем по порядку. Первое, что у нас, вот, вы видите, изображен сам дом наш, само здание уже со вторым этажом дополнительно. То есть, вот это у нас есть два входа. Окно, в общем, вот, если отделить вот эту часть, то понятно, в принципе, что вот это первый этаж, как он выглядит, это коричневым изображена наша терраса, много деталей, поэтому будем объяснять по порядку, здесь у нас кнопочка YouTube, в общем, все как есть, картофельную мы просто так дописали с вами по прикольчику, чтобы было понятно, что это все-таки наш дом школьника. И сверху вы уже можете видеть второй этаж, как он будет выглядеть первоначально, кто знает старые проекты, и проект еще в том году был. Он выглядел совершенно по-другому, хотели мы делать пристройку вот в эту сторону, но по итогу в последний момент я уже поменял свое решение, надеюсь, не поменяю его еще раз. Сверху вы видите комнаты вот такие вот, то есть у нас тут получается почти полностью как первый этаж будет второй этаж, именно по объему, по площади. И вот эта комнатка у нас остается одинарной, то есть она не будет заполняться и будет такая небольшая крыша. Давайте обсудим более подробно. Во-первых, у нас на каждом этаже есть окно, на втором этаже их целых два, может быть даже больше. Хочу, чтобы этот этаж был просторный, чтобы был светлый, но в то же время, чтобы на нем не напекала жара и можно было спокойно находиться. И сделали мы с вами балкон, подумали, что он будет очень круто здесь выглядеть. Представляете, балкон, выходишь из домика, смотришь в сторону закатика, потому что балкон на две стороны, вот это у нас балкон. Конечно, я рисую не очень, ребят, сразу извиняюсь, мы тем более в Paint'е рисовали. Поэтому балкон будет крутой, над ним тоже мы подумали с вами, что нужно сделать крышу. Вот, дверцы на балкон обязательно, ну и первый этаж остается так. Сбоку вы еще видите, что у нас всякие пристроечки тут в виде вентилятора и мини-гаража, но эти идеи уже предлагали мне подписчики, мы тоже на стриме это все делали, то есть это ветрогенератор, ну то есть вот эта штучка крутится, вырабатывает энергию, это мы тоже будем в будущем делать, и пристроечка такая в виде мини-гаража тоже у меня в планах есть после второго этажа. Но пока что вот такой вот второй этаж, он выглядит очень круто, посмотрим, как будет выглядеть в реальной жизни. Очень сложен в постройке, думаю, когда уже будет видео со вторым этажом, я буду объяснять, что там трудного. Ну, а вообще, пока оставим так, главное, что вы увидели внешний вид и уже примерно понятно. Давайте обсудим, у меня еще есть вот такая вот мини-схема. Вот такая вот взгляд сверху, можно сказать, как в Симсе, знаете, несколько видов. Где у нас будет располагаться лестница? Я уже рассказывал о лестнице в предыдущем видео, вот такой вот спойлер дал, и как раз таки этот спойлер есть у нас и здесь. Вот, лестница будет располагаться, где я вам и говорил, вот тут у нас вход, это красным таким изображена кровать, тут всякие тумбочки, все такое, стекла синим изображены. Вот, лестница. Также переходим на второй этаж. Видите, что здесь 5 комнат на первом этаже, а на втором всего лишь 4, на одну комнату меньше. Надеюсь, у нас так все получится, и получится очень хорошо. Даже можно сказать 3 комнаты, и один из них балкон. Балкон у нас закрашен такой штриховочкой. Вот, лестница та же на втором этаже, 2 окна пока что, я думаю, обязательно окно нужно сделать на сторону закатика, потому что, ну, закат-то нужно смотреть, и в сторону дома тоже окошко, я думаю, ему нужно. Еще напишите, куда сделать окно, может быть, по кругу вообще сделать,
Но пока что как-то так я сделал вместе с вами на стриме. У нас что будет сверху по внутренности? Пока что я ничего не придумал. Обязательно, что нужно сделать, так это мини-кровать. Я уже говорил, что кровать не будет полноценной. То есть будет какой-то мини-матраж, чтобы можно было провести 24 часа. Потому что, мне кажется, 24 часа на втором этаже очень круто. Сделать там такую чил-зону, на которой можно будет сидеть и отдыхать, просто проводить время. Ну и оставшуюся комнату, я думаю, мы найдем чем заполнить. Из вариантов у нас была кухня, и вроде бы все, была кухня. Из вариантов тоже свои варианты напишите, потому что пока что еще я не знаю, что именно будем делать. Вот, и здесь у меня изображены стрелочки, как примерно это выглядит, где северная сторона. Северная — это у нас над входом в дом, и западная сторона. Ну, само собой, восточная и южная сверху вот здесь. Вот, так что вот такой вот у нас проект дома, ребята. Второй этаж все ближе и ближе. Надеюсь, в этом году мы его не перенесем. Я вам обещал, что уже в июле он будет. И надеюсь, я вас не обманул. Поэтому ждите, видео получится огненным. Этот такой вот, можно сказать, трейлер, мини-вступление ко второму этажу, чтобы вы уже примерно знали план. Всем спасибо огромное за просмотр. Пишите свои идеи для второго этажа и вообще для дома в комментариях. Ставьте свои лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить такое грандиозное событие. Ну а с вами был я, Тоша Картошкин, вы были на моем YouTube-канале. Всем до новых встреч, друзья, всем пока!